Привет. А ты что делаешь? Играю. Я тебя видел лично в машине с игрушкой. Вот ее и видел. Погоди, а почему они перечеркнули? Это его хата. А он не продал ее. Как это мог быть? Он как-то их заманивает, я не знаю. Лер, иди сюда. Ты чё? Ты чё? Кто это такая? С ней... Кто это такая вообще? Это не твоя подруга? Это просто незнакомая девочка или что? Я вышла на улицу и видела ее. И подумала, ну подружусь с ней. Ты меня учить будешь? Максима, ты никуда не торопишься? Маленькая. Ну пока что нет. Я сейчас это схожу. Сюда иди. А что, она одна шли не 57 лет? А, сейчас это должен прийти к интернету, мастер. Вот, если вдруг кто-то может и не придет, я может успею прийти. Или вас, блядь, не ругают? Это же интернет. Интернет? Здравствуйте, значит, интернета? А вы куда ехали? Тут просто... С делам. Просто с какой, мы туда же... С какой целью? Мы просто даже проезд найти не могли. Иди отсюда! Лер, прячься! Свали нахер! Ну свали! Отсюда! Пиши ты нахер отсюда! А бьет. Кто это вообще был? Ну это нехороший вообще человек. А вдруг он еще раз вернется? Ты что тут взял, что придурок? Чего никого здесь нету? Я с первого этажа наверх поднялся. Лер, смотри, она была? Да. Она? Она что с ним сообщает? Она сбежала, давай за ней. За угол сбежала, направо. Ребят, всем привет. Думаю, вы помните, что произошло на днях. Маяк пытался пробраться ко мне в дом и похитить мою младшую маленькую сестру. Естественно, мне после этого просто рвало крышу, у меня злость, я это просто так оставить не могу. Я спрашивал у вас, как мне защитить свою сестру, что вы писали в комментах. Большинство из вас написали, что, ну, лучшая защита от нападения, то, что нужно самим покончить с этим. Поэтому сегодня я поеду снова в хижину к этому маньяку, попытаюсь освободить рыжую девчонку и попытаюсь покончить с ним. Не знаю, как я это буду делать, плана вообще никого нет. Со мной поедет Кирилл, я с ним договорился, Санек сегодня не может. Надо собираться, потому что пора уже выдвигаться. А, кстати, смотрите. Это Юрец, и он спит. Помните, я вам говорил то, что я заболел. Сейчас вот я поправился, поэтому я готов уже ехать в домик в этот. Но Юрец еще не до конца окреп, то есть все равно у него слабость еще осталась. И плюс, я думаю, вы помните, что было с Юрцом в прошлый раз. Он только отошел, поэтому не хочу, короче, дергать. Пусть отдыхает. Так. Кто не помнит, она заодно с маньяком, как оказалось. А ее мы сегодня вытащим. Гамствол. И надо сваливать. Бля, ты что пугаешь-то? А? Да с Кириллом там надо доехать. Я все слышал. Ты туда поедешь один? С Кириллом? Да ложись, спи. Я тебя не отпущу. Да ты что, не помнишь ли, что в тот раз было? Да ложись. Зачем тебе это? Я с тобой поеду. Ну, ты себя чувствуешь вообще как, нормально? Нормально. Ну, я думаю, втроем будет даже лучше. Как-то побезопаснее. Перед началом видос подпишитесь на канал, поставьте лайк, набираем 70 тысяч лайков и выходит следующая часть, но надеюсь, что закончим мы все сегодня. Желаю вам приятного просмотра. Ребят, обращаюсь сейчас ко всем любителям халявы. Я рассказывал много раз вам про компанию Avalon, в которой можно очень неплохо зарабатывать бабки. Реально очень неплохо можно поднимать. Зарабатывайте там на инвестировании, то есть вкладывайте свои деньги и зарабатывайте на этом очень-очень крутые проценты. То есть реально вам не нужно самим ни в чем разбираться. Я работаю с Avalon уже практически год, поэтому есть все основания ему доверять, потому что никаких проблем за это время не было. И всегда делюсь с вами всеми результатами. Как вы помните, я создавал депозит на достаточно крупную сумму. Сейчас депозит себя отработал, я создам еще один депозит уже на сумму больше, потому что с этой суммы я заработаю еще больше. И так будем увеличивать. Как вы видите, на данный момент у меня уже на счету 214 тысяч рублей. Сейчас создам депозит на 210 тысяч. И создам вклад, давайте сделаем на 14 дней. Через 2 недели у меня будет начислена прибыль еще на 43 тысячи рублей. То есть 210 тысяч я делаю 253 тысячи. Достаточно неплохо, поэтому создаем депозит. Ребят, сами видели, я создал депозит на достаточно крупную сумму. Это реально рекорд.
рекордная сумма для меня, 210 тысяч рублей, потому что я полностью доверяю Валону и также советую вам начать со мной зарабатывать. Инвестировать можно всего лишь от 100 рублей. Я думаю, это достаточно, чтобы убедиться вам в том, что реально все работает и реально это можно заработать неплохие бабки. Ссылку на Валон я укажу в описании под роликом. Переходите и регистрируйтесь. Ребят, в прошлый раз, когда маньяк заявился домой к моим родителям, к моей сестре, он еще набросился на Кирилла и избил его. Многие из вас писали, где это все? Этого всего нет, потому что в заголовке было указано, что он его избил. Ребят, я говорил в ролике, что это в моем инстаграме, в историях, поэтому надо подписаться на мой инстаграм, перейти туда и в историях все это смотреть. Я уже много раз об этом говорил, и там постоянно реально различные истории, которые, ну, просто не могу выложить сюда, либо это не формат, либо это слишком жестоко. Поэтому давайте, переходите туда и там смотрите. Я с ним на спине хожу. Я понимаю тебя. Он потеплее одеться. Алло, да. Здорово. Давай, я стою за рулем здесь. А, ты уже едешь, да, за мной? Блин, нет, слушай, я отца еще сейчас в больницу везу, я, походу, не успею. Вот, поэтому ты, может, на своей доедешь, а в теории я должен успеть. Хорошо, Юрия сейчас со мной поедет, а так бы я что, один бы туда поехал? Ну вот, видишь, даже не знал, что... Ну и он настоял то, что поедет, и слава богу, потому что я сейчас, походу, один бы туда поехал. То есть, если бы я не проснулся? Там я бы с ума там один сошел, там просто даже жутко находиться одному. Ну ты помнишь? Я уверен, что ты бы один поехал. Хорошо. Что, поехали тогда, о чем ждем-то? Давай. Я-то думал, к нему ориентироваться. Много-много реально писали про Елисея, то, что надо позвать его с оружием, то, что он все разрулит. Объясню, почему мы не можем этого сделать. У Елисея есть семья, есть ребенок, маленький сын. И если Елисей в это втянусь, то маньяк, я думаю, пробьет его, пробьет его семью, и его сын окажется в такой же опасности, как моя сестра. Зачем это допускать? Я думаю, как-нибудь справимся сами, а подвергать еще одного ребенка опасности, ну нахрена это надо, мы и так себя чувствуем виноватыми, то есть я чувствую ответственность за сестру, а это еще и за ребенка Елисея, поэтому обойдемся как-то сами. Блин, я боюсь уходить. Я тоже. Это его собаки или что? А как мы проедем-то? Она прям тут крутится, да? Да, я не знаю, но они, наверное, за нами пойдут, собаки. Ну это хотя бы не те волки, уже хорошо. Они прям перед машиной крутятся. Ага, не дают проехать. Я не выйду из машины. Откуда? Вроде раньше не было собак. Она была, она сидела на цепи, вот ее цепь, она тут сидела. Да вот она крутится, не пойму, что за бред. Вон еще. Еще? Что-то тут очень стрёмно. Мы просто не сможем беспалевно даже пройти, то есть та уже залаяла, то есть там уже, может, даже нас слышно было. Да. Этот на ступы не отходит, а другая где? Другая тоже где-то тут бегает. Она сзади нас бежала. Ну да, она около машины крутится. А вот она, вот она, вот она. Они просто да. Крутятся у машины, мы не можем выйти. Но они выглядят типа дружелюбно, но я не выйду. Да, то если вот может... эту кто-то отпустит. То есть они могут, они, возможно, дружелюбно выглядят, потому что они думают, что может мы там хозяин их как раз приехал, да? Да. Потому что вряд ли тут куча людей постоянно бывает. А сейчас выйдем, они поймут, что мы просто посторонние, хер знает какая реакция. Ну да, по запаху могут быть. Я не знаю, что, сидеть ждать, пока они уйдут? Они могут отсюда вообще не уйти. Вообще могут уйти. Кстати, заметил то, что следов от автомобиля нет. Автомобильных нет. Ну там вообще все собачьи только или что это? Вот эти маленькие. Я бы не то, что они маленькие. А может собаки. А смотри, собачьи ведут из леса. А, да. Все собаки-то не ходят. То есть они там только. Я надеюсь, это не волчьи опять. Да. Ты прикинь, как сюда приехали, сразу погода изменилась. Фургона нет, как я и говорил. Да, а куда же его туда оставлять-то? Не знаю. Странно. А если он его оставляет, где ты машину оставил? Кирилл, походу, уже не приедет. Так понимаю. Возможно. В принципе. Ничего удивительного.
Я не знаю, просто какой у нас план вообще был. Нет никакого плана вообще. Ну, я так понял. Я просто освободить. В прошлый раз они были, возможно, в доме, а возможно, их вообще не было. Я понял, что у тебя все это из-за сестры. Но... Ты хочешь отомстить ему. Да. Но месть — это не очень хорошее решение. Я отомстить хочу. Хочу прервать всю эту херню, все, что он творит. Это не месть, Ерец. Это, я понимаю. Она до сих пор в опасности. Тебе нужно опередить его. Я просто боюсь, что ты со стволом чего-нибудь натворишь не то. Чего я натворю? Тебе жалко? Мне нет. А чего? Ты хочешь потом сидеть сколько лет? За что? Потом ты делал, нет, за что. Все. Мало ли чего. Стрелять, если что не будешь. Чего? Стрелять, если что не будешь, то просто для безопасности. И в него? Все. Или что? Куда да, стрелять? Да, сейчас, если что-то вдруг повезет. Если что-то будем стрелять. А какие? Ты что прикалываешь? Здесь наоборот идеальное место, чтобы все закончить. Я смотрю, нет никого на территории или. Смотри, там так-то есть протоптанные следы тоже. Смотри. Да. Все свежее. Стой, а это от его ножа, да? След. Да. Чего тут очень скользко? Что там что-нибудь есть? Видно, нет, что-то? Ничего не вижу. Что там? Дверец открыта! Ты чё? Ты дурак? Что делал? Ты на чё на меня? На. Тихо, ствол. Ну ты чё делаешь? Ты чуть ногу не попал. Ты придурок? Это ты? Я хотел забрать ствол, у тебя ты чё у меня стреляешь-то? А ты нахера подкрадываешься, дебил? Ты чё творишь-то? Я сейчас нахера подкрадываешься? Это ты творишь? Ты видел, что он делает, блядь? Я пришел, сотру, вы здесь, ты же мне сам звонил. Ты заранее не мог предупредить, ты вчера подкрался. У меня телефон разрядился на морозе, как я предупредил? Издалека бы крикнул, не знаю, не подходите меня хватать за плечо. Ты нормальный, нафига ты наставил? Это ты нормальный, подкрадываешься, знаешь, какую ситуацию мы находимся? Не слышно было, как я иду, что ли? Не было слышно, а сконцентрируйся. Дверь открыта, дверь открыта. Кто ножом ты меня? Теперь все знают, если что. Да, у нас времени теперь мало, Если он где-то рядом, то типа пиздец, у нас мало времени. На, разряди его тогда, пока. Че? Ты зачем на меня его наставляешь, опять положил? Ну разряди его! Я разряжу его? Да! Че, проверим? Осторожно, там очень скользко. Че? Да. Пойдем дом проверим быстрее. Дом проверим быстрее. И ты реально мог ногу оставить, ты нахера выхватывай? Ты мне в лицо мог попасть. Ну все, пацаны, давайте потом поругаемся, я тоже обосрался. Да, реально, ты что, не будешь стрелять, я не свернулся. Все, тихо. Ты тут со стрельбой постоишь, а? Да. Отсюда я заряжу обратно его. Давай. А, зарядишь, да вот он и был заряженный на этот случай. Его, походу, пошла. Смотри. Хочешь попал? Ты хватит подкрадываться. Следи, если что, закричишь. Я не могу сосредоточиться, до сих пор от Кирилла отойти не могу. Ты понимаешь, я мог его просто... Я тоже обосрался. Но он виноват, его косяк. Он в прикол ему так был подкрадываться. Давай дальше. Дом пустой, походу. Топор, печка. Тут еще куча штанов и бушлатов каких-то. Слышь? Кирилл весело, смотри, он развлекается. Весело, да? Развлекаешься? Мания, Макс. Развлекаешься? Всяких бушлатов, штанов, то есть формы много. Да у него какая-то любовь к переодеванию. Смотри, я нашивки там нашел. А может второе там здание, много. Я посмотрю вот с пистолетом. Может там что есть? Может. Давай может, только следи, чтобы никто сюда не пришел. Да, то просто главное, чтобы нам стоит. Ладно, я лучше тогда на стрюму поставим, чтобы... Ничего себе. Нам надо что-то ценное найти, зачем можно зацепиться. Я нашел кое-что ценное. Ну, нет. Это мой телефон. Мой телефон. Он разряжен, наверное. Ну да, но он холодный, ледяной, на морозе. Ладно, давай наверх поднимемся. Развлекается. Он как ни в чем не бывал. Только что мог, блядь, без ноги, без башки остаться. Уже развлекается. Юрец! Быстрее наверх. О! У тебя что за манер быть привязанной? Что, туго очень? А у тебя руки красные. Давай, развяжем, быстрее.
Ты не упадешь? Ты держишься? Да тут не туго. Немного. Тихо. Успокойся. Скорее, что у тебя ноги не закинь, что присядь пока. Смотри, что за дверь. Нет. Нет, закрыто, что ли? Да. Ты давно тут опять? Нет. Давай, погнали, все. Погнали. Нет, 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 погнали. Я не пойду без нее. Ну почему? Да зачем без нее? Что там? Я тебя не иду. Идем, они идут. Я не пойду без нее. Все, зачем она тебе нужна? Я тебе дома объясню. Идем, я все, идем, спускайся. Дерец, контролируй ее. У нее ноги засекли. Да, осторожно. Давай, пойдешь, все, осторожно. Там машина, иди к машине. Там увидимся, беги. Давай, я стрелять буду. Бежи. Кирилл, уходи, 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 уходи. Идем. Все, погнали, погнали, погнали. А где девчонка? Надо было стрельнуть с него нахер. Там один патрон. И чё? Ему бы хватило. Хотя в ногу. Мы самое главное сделали. Что мы сделали? Мы девчонку развязали. А куда она убежала? К тачке. Я сказал к тачке бежать. К тачке она должна, я не знаю, быстро бегает может. Ну не может она исчезнуть. Она по дороге туда побежала. Здесь столько, алё. А где они? Я тебе говорил, что не может так быть. Да могла, она быстро побежала изначально. Видел, сколько снега мы шли там. А у тебя машина открыта, потому что на машине? Да. А у тебя закрыт, Макс, была? Макс, нет, тут здесь никого. Нет никого. И в твоей тоже? Да как ты можешь заблудиться, чисто одна тропинка? Че, вернемся за ней, что ли? Че делать? Я не знаю, что делать. Ну, почему она... Сказали ей, да, сюда прийти, че? Я без нее не пойду, блядь, без этой. Давай думай, что делать. Она что, хочет там остаться? Че, вернемся? Что делать будем? Возвращаться. Макс, ну да, надо идти. Что за хуйня? Макс, она, походу, не знает, слышишь? Я в курсе. Ты нахера ее с собой тащишь? Ты не поедешь, я ее не посажу в машину. Я не посажу ее. Убирай нож. Что убери нож! Что ты делаешь? Отпусти ее! Отпусти! Ты что, сесть хочешь? Ребят, это была просто жесть. Девочка вот эта белобрысая взяла нож, взяла за волосы рыжую вот эту девочку Настю и просто приставила нож к ее горлу. И это, короче, у меня не было слов, мы все очень сильно растерялись, думаю, вы заметили, выложить это без цензуры, я просто не могу. Сами понимаете, где это все будет. В моем инстаграме, ссылка на него в описании, также там будет момент, в котором Кирилл не зассал и выстрелил в ногу маньяку. Этого тоже от него никто не ожидал, но если бы он этого не сделал, то все закончилось бы, я думаю, очень плачевно, по крайней мере, для вот этой рыжей девчонки. Сейчас бы она не была бы дома с мамой, и неизвестно, сколько бы еще там проторчало, поэтому Кирилл красавчик, что так сделал, но выложить это без цензуры, опять же, я не могу, потому что, сами понимаете, это слишком жесткий контент, и посмотрите его в моем инстаграме, ссылка на него в описании. Переходи прямо сейчас и смотри его в историях. Истории доступны для всех моих подписчиков инстаграма. Желаю приятного просмотра. Кирилл, держи на мушке его. Сейчас поедем домой, отпусти меня. Уже дома. Убери нож, а? Уйди дома. Какого вы дома? Макс, тут маньяк лежит, быстрее. Отпусти меня, пожалуйста. Держи его на мушке, Кирилл. Пусти ее, и мы уедем. Сиди тут дальше с этим придурком. Ну я тебе говорил, я тебе хотел сказать, что она заодно тебе сказала то, что не надо ее тащить. Водите меня, пожалуйста. Ты понимаешь, какие последствия будут, если ты сейчас ничего не сделаешь? Он рядом. Понимаешь, какие последствия будут? Отходи, Макс, я не... Макс, отойди. Стой! Я стрелять буду. Да стреляй, Кирилл, уже. Стреляй. Ты что творишь? Побежали, быстрее. Все. Макс, не надо! Макс, ты что делаешь? Жми! Кидайся! Он попал ему! В ногу или куда? Ну, походу, я не знаю, куда он стрелял. Спрось сейчас. Зачем ты его с собой взяла? Мы же тебе говорили никого не брать!
Она сказала, она мы знала. Вместе будем. Какой вместе, блядь? Она не вместе с тобой, она вместе с ним, она его соучастник. Я думала, она мне поможет. Помогла? Поможет. Сейчас нахер перерезала бы и все. Кирилл едет, все нормально. Мы же не просто так сказали уходить. Но она не знала, Макс. Мы потом мы тебе рассказали, писать. Надо было просто слушать, что мы тебе говорили, то и делать. Я боялась. Ты не видел, кто куда, ну, куда попал Кирилл? Никто не видел? Знаю, сейчас тормознем где-нибудь и поговорим. Но в любом случае, то, что закончилось, по крайней мере, для тебя. Для тебя, да. А смотри, когда он тебя похищал, он с ней был? Да. То есть ты с ней сначала подружилась? Да. Ну, то есть она, получается, реально приманивает жертв. Она сказала, она мне поможет. Я уже это понял. Поможет, помогла она тебе. А еще помогла. Понял, почему у нее заяц был всегда, то, что в нем был нож, я так понял. Да, она и заяц его достала. А ты знала об этом вообще? А что ты вообще не знала? Ничего. Вы с ней сколько, 2 месяца или там сколько вместе были? Где-то так. То есть ты хотела с ней сбежать, но ничего не знала о ней вообще? Не то, что она на его стороне. А что это остро такое? Ты что, порезался? Чуть-чуть. Слава богу, уехали. Кирилл, мы обсудим, что произошло. Да, мне интересно. Ты сама в каком районе вообще живешь? Я в Спутнике. А я не понял твои выходки тоже. Ты куда разошелся-то? Ну ты уже что-то взял МЧС, я так понял, зачем это надо. Поговорим. Сделать, я... Куда ты ему попал? Я не понял, ну я целился в ногу попал. У меня ощущение, как будто стрельнули мне в ногу, и у меня опять колено вылетело. Серьезно? Вообще жесть. Ну, это жесть. Куда ее? Домой? Домой, либо в полицию, я не ты знаю. Ты видел, как эта нож из зайца достала, блин? Я на маньяка смотрел. Но я видел потом, что нас... Что по... мне добить не дали? Вам чего, жалко, что ли? Я не пойму. Нет, ты что там? Из-за этого правда? Мне кажется, она рада была. У нее и так сейчас может психика. Мне кажется, она только сейчас была. Не надо, не надо. И вторая рядом была. Мы это закончить могли просто все. И все. Не знаю, это я понимаю, но мне кажется, это очень жестоко. В чем-то ты прав, я чисто из-за нее. Ну, возможно. Ну а прикинь, таких, как она, сколько еще может пострадать. Я понял. Ну согласись. Ну, мы можем и закончить это дело. Вот сейчас колено у тебя получше станет. Ну и у него ему тоже вообще не до чего сейчас будет. С коленом? Ну да. Ему-то? Ну я не знаю, что еще, куда он попал и что он пробил ему. Да, у тебя сразу все нахлынуло. Я изначально, то есть с этим настроем. Поэтому изначально я тебе сказал, что месяц не надо, блядь, появлять. Мне здесь некомфортно стоять, тем более мы отъехали не так уж и далеко. Давайте. Давайте. Наверное, контакт не все будет обменяться, да? Потом, может, у него, знаете, какие детали можно будет. Да. Честно, без слов с ней говорить. Ты ее выкорми сейчас приедет. Думаю, блядь, родители, я думаю, накормят. Мы же домой ее везем. Ладно. А что ее родители скажут? А сколько она дома не была? Ее искали, объясни дом. Он на предохранителе. Телефона сейчас с собой нет? Там осталось все. Хорошо, я хоть свой забрал. Нашел. В любом случае, закончилось. Ну, не для него, а для нас, а для нее. Да, это для нее. Но думаю, он никаких попыток больше не будет предпринимать там или в ближайшие месяцы. Или как? Ну, если смотря, что он пробил. Он, в принципе, захочет ее снова забрать. Ну, я говорю, я не знаю. Мы же как игрушку у него отобрали. Недели две, мне кажется, ему точно придется полежать. Да что ты взял? Ну вот я и говорю, интересно вообще, куда, чего он попал вообще. Серьезно там, несерьезное ранение. Ребят, короче, Настю мы сейчас высадили около ее дома. Я думаю, мама ее сейчас обрадует спустя 2 месяца поисков. Все прошло сегодня относительно неплохо. Прошло бы еще лучше, если бы она нас послушала и не потащила бы за собой ту белобрысую девчонку. Возможно, девчонку зовут по-другому. Возможно, даже все эти объявления там развешаны, то, что пропажа вообще может вброс. Да, потому возможно. Что странно она к нему относилась, как так трепетно. Видела, она прям, видел, прям кинулась к нему там что-то быстрее. Да, я не понимаю. Вот. То есть она на его стороне. Да, она на его стороне. Она прям переживала, когда Кирилл выстрелил. Что я могу сказать?
вроде сегодня все прошло неплохо. Что будет дальше, я не знаю. Я уверен, что после этого он разозлится. Я уверен, что Настя сейчас находится в опасности, потому что у него, можно сказать, отобрали игрушку, он будет пытаться всеми силами ее назад вернуть. Ну, я так считаю. Можете написать свое мнение в комментариях. Напишите, пожалуйста, в комментариях вообще, что нам дальше делать, как нам с ним покончить. А, сами видели, я сегодня пытался это сделать, но Юрец и Кирилл мне не дали этого сделать, потому что запереживали о психике девочек и так далее. Хотя, я думаю, девочки, по крайней мере, вот это была бы только рада этому. Вот. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Набираем 70 тысяч лайков, и я сразу выпускаю продолжение. Я думаю, мы еще туда вернемся. Я надеюсь, что это будет в последний раз. И, наконец-таки, мы закончим всю эту историю. И закончится она с хэппи-эндом. На этом все. До новых встреч. Пока.